Случается нередко нам, и труд и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Кому-то принесли от мастера ларец. Отделка чистотой ларец в глаза кидался. И каждый ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механик и мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал: «Ларец секретом». «Так он и без замка, а я берусь открыть, да-да, уверен в этом». «Не смейтесь так из-под тяжка. Я отыщу секреты, ларчик вам открою. Механики и я чего-нибудь достоин». Вот принялся за ларчик он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвоздик, то другой, то скобу пожимает. Тут, глядя на него иной, качает головой. Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только раздается. Не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Карпел, карпел, и наконец устал. От ларчика отстал. А как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался.